Два дивизиона, 15 этапов и невероятная борьба в знаковых городах нашей страны. В Сочи сегодня дали старт 4-му сезону Национальной парусной лиги. В этом году масштаб мероприятия организаторы называют грандиозным. Теперь лига будет состоять из двух дивизионов – высшего и премьер, в которых пройдут 8 и 7 этапов соответственно. В вышке за кубок будут сражаться 27 команд. В числе обладатель переходящего кубка лиги – екатеринбургская команда «Повелитель паруса Европа». Эти их смены, кстати, чемпионы сочинского этапа прошлого года. И потому уже знают секрет успеха. Нужно взять хороший старт, быстро сообразить, где ты находишься, свое положение, и выйти уже на марку там первым, сохранить преимущество. Ну, наверное, вот эти навыки помогли нам в прошлом году выиграть с большим преимуществом. Повторить успехи в этом году екатеринбуржцам будет непросто. В Сочи приехали лучшие команды от Владивостока до Калининграда. Более 200 самых сильных парусников. Очень сильные команды, очень сильные соперники, поэтому победить будет очень сложно каждому из участников. Радует, что к нам присоединились еще несколько команд, которые гонялись в Европе. Они, значит, поменяли Европу на Россию, поэтому мы думаем, что будет очень сильная лига. Команды готовят паруса, проверяют снасти. Гонка предстоит непростая, ведь сочинская трасса считается достаточно сложной. Регате дан. В море вышли первые 9 команд. Как говорят сами спортсмены, нужно включаться с первых секунд. Цена ошибки на старте крайне высока. Ведь дистанция очень короткая, ее яхтсмены в среднем проходят за 12-15 минут. Да еще и скорость ветра постоянно меняется. Особенности местного рельефа. С ними хорошо знакома команда Краснодарского края «Регион-23». На предмет того, повезет нам, не повезет, мы, конечно же, готовились. И, я думаю, приложим все усилия. Во-вторых, Регион 23 – это команда Краснодарского края. Надеюсь, родные стены нам помогут немного. Ну и психологически мы готовы к борьбе. Сочи и Севастополь – два морских этапа лиги. Остальные в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде будут проходить на озерах. Ну а накануне только Кубок чемпионов национальной лиги, но и путевка на мировую. Гонки в рамках первого этапа высшего дивизиона будут проходить сегодня и завтра. Но уже 30 марта в Сочи прибудет еще 18 команд. Это участники дивизиона «Премьер» Национальной лиги парусного спорта. Покорять южные волны и ветер они будут до 2 апреля. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.